16 марта музей-заповедник «Горки Ленинские» начал работу над проектом «Горки онлайн». Любой желающий может посетить экскурсию или прослушать лекцию, оставаясь дома. Для этого нужно только зайти на YouTube или в Instagram. В понедельник, среду и пятницу здесь выкладывают заранее записанные выпуски видеопроекта. Вы можете на экскурсиях ознакомиться именно с теми интерьерами, которые были здесь в 1918 году до национализации усадьбы. На прошлой неделе в музее-заповеднике начали осваивать трансляции в режиме реального времени. Выходить в прямой эфир сотрудники музея-заповедника будут по вторникам и четвергам. У нас целая программа, которая будет посвящена в основном тем экспозициям, которые как бы не очень пользуются большим вниманием, причем незаслуженно. Это, например, экспозиция, которая расположена в музее кабинет-квартиры Ленина в Кремле, «Крупская личная». 29 марта в музее-заповеднике была запланирована научная лекция «Лукино. Памятник духовной культуры». Сотрудники музея решили ее не откладывать и включили в проект «Горки онлайн». Сегодня лекцию можно найти на YouTube-канале музея-заповедника. Село Лукино с 1734 года принадлежало его сыну Андрею, служившему советником адмиралтейской конторы. Подобный формат работы для сотрудников привычен, ведь музей-заповедник давно развивает свои социальные сети. Однако проводить экскурсии и читать лекции, видя только камеру, сложнее. Справиться с этим научным сотрудникам помогают комментарии подписчиков в социальных сетях. Люди не забывают о нас, любят нас, интересуются. Это всегда очень-очень приятно. Это дает нам сил работать больше, придумывать новые темы, записывать новые видео. Сотрудники музея подготовили множество онлайн-экскурсий. Не выходя из дома, теперь можно больше узнать об истории музея-заповедника «Горки Ленинские». Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.